Витебское областное молодежно-общественное объединение «Центр содействия территориальному развитию правового информирования» в 2017 году успешно реализовало две местные инициативы. Инициативы были реализованы в Толочинском районе. Эта инициатива называлась «Каждый человек полноценный гражданин своей страны» и в Докшинском районе «Равные возможности». Обе инициативы реализованы в рамках проекта «Содействие развитию на местном уровне Республики Беларусь», который финансируется Европейским Союзом и реализуется программой развития ООН. Сегодня мы находимся в теплице, которая была модернизирована на деньги Евросоюза. Мы утеплили ее, мы провели освещение, систему полива. И воспитанники детского дома-интерната в Бегомле теперь могут круглогодично выращивать овощи, цветы, рассаду, для того, чтобы потом в дальнейшем ее использовать для каких-то своих нужд и на продажу. И мы уверены, что они приобретут специальность, приобретут необходимые навыки для самостоятельной жизни, для того, чтобы в дальнейшем уверенно смотреть в будущее, найти себе место в жизни и обеспечить себя как минимум продуктами питания. Это одна из 237 инициатив, которые поддержаны Европейским Союзом и направлены на развитие регионов. Всего же в рамках нашего проекта на развитие дополнительного образования для всех категорий населения направлено около 500 000 евро и поддержано 35 инициатив. Ну, радует то, что в строительстве теплицы было использовано самое современнейшее оборудование. Вот перед вами, значит, отопительная система нашей теплицы. Конечно, это современный котел, который работает как на пеллетах, так и на дровах. Поэтому мы можем использовать, значит, в нерабочее время, ночное время, каникулярное время или в выходные дни задействован котел, который автоматически производит подачу топлива и благодаря которому регулируем температуру, регулируется количество тепла, количество задействованных систем отопления пола. Здесь же присутствует система полива, благодаря которой можем подкармливать растения, поливать растения, подкармливать их. Ну и дети с удовольствием принимают активное участие, конечно, в работе отопительной системы нашей. Мы искренне верим в то, что наша инициатива принесет действительно пользу для воспитанников данной школы. На сегодняшний день мы работаем в 30 пилотных районах, по 6 районов в каждой из областей, и в них в рамках основного конкурса успешно реализуются эти самые местные инициативы, причем разной направленности, как связанные с вопросом социальной инклюзии, экологические вопросы, вопросы занятости, вопросы развития туризма и многие другие. В Толочинском районе эта инициатива называлась «Каждый человек полноценный гражданин своей страны». И наша инициатива направлена на то, чтобы поддержать территориальный центр социального обслуживания населения, обеспечив его новой техникой. В частности, нами было приобретено и предоставлено центру 7 электровелосипедов и 4 электроскутера для того, чтобы социальные работники могли охватить больше и быстрее своих подопечных. Работаю 13 лет соцработником, на обеспечении находится 11 человек, все находятся в 4 разных деревнях. Расстояние в одну сторону 7, в другую трошку меньше, далеко, конечно, будет удобнее намного. Мы надеемся, что данное оборудование будет очень полезно в работе для центра и значительно улучшит качество обслуживания населения именно подопечных этого центра. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.